Итак, представляю вашему вниманию бой с продолжающего турнира Westward Assault. Скоро дедлайн, 12 марта. Между Патроносом играет он за Аваров и игроком номер 13 играет он за Кордову. Ну и мы видим 4 знатных аварских мечника, 4 дешевых хашки, но очень эффективных товарищей, 4 копейщика, 1 воин племен стреляющий товарищ, 2-3 дешевых аварских пикинера, ну и Гена — это аварская гвардия. Очень правильный состав берет за Кордову. 13-й, минимум стрелков, 2 андалузских застрельщика. Андалузские лучники, я так понимаю, на сдачу. Ну, здесь мы видим берберские хинеты, да, в количестве 4. Доспешная конница, отличная кава. И копейщики всех мастей и видов, берет только копья. В надежде, я так понимаю, расстрелять по концовке знатных аварских мечников. Ну и Гена у нас тут, ну понятно, да, Амияда. И не ждет ничего Патронус, начинает он своими хашками по центру орудовать, вытягивает он. Причем, обратите внимание, за Авара ни одного лучника. Уважаю такие составы. То есть даже Аварами Патронус хочет рашить. Очень импонирует мне этот стиль игры вообще, в принципе. Ну, мы маленько ускоримся. И не стесняется 4 в 1 фокусить. Возьмем количеством. В общем-то и правильно. Отстреливает он берберских копейщиков, но пока безрезультатно. Попадает под обстрел, да, полководец у нас здесь. Причем под обстрел пилумов копейщики. И вот здесь вот происходит, вот так, все это. Два чарджа. Смотрите, один сливает он аварских пикинеров, ломают они зубы под берберских новобранцев. А вторым отрядом аварских пикинеров ценой 20 он берберских воинов-то просаживает достаточно неплохо. И тут же знатные аварские мечники подбегают, посмотрите, на помощь. И продолжает обстреливать и своих, и чтобы другие боялись, да? Хашками здесь удается. И вот здесь опасность возникает. Уже сейчас видно ее на фланге. Ведь понятно, что сейчас проломит. И, наверное, был бы смысл, в общем-то, вот этими андалузскими застрельщиками-то как бы маленько с фланга отстрелять этих знатных аварских мечников. Армия-то меньше у Патронуса, по большому счету-то. По крайней мере, в пехотном отношении. Но очень умело он все здесь это дело использует. И смотрите, что происходит у нас здесь. Берберские хинеты не обстреливаются, вернее, не отстрелявшись, вступают в схватку здесь с остатками аварских пикинеров и очень грамотно подтягивают генерала. И посмотрите, что происходит на левом фланге Патронуса. Два меча этим зарешивают просто-напросто этих копейщиков, которых нужно было все-таки попытаться как-то отвести всю эту линию. Здесь берберские хинеты бегут, и я думаю, они догонят аварских конных лучников. Наши люди бегут, спасая свою жизнь. Причем и те стреляют, и другие стреляют, но ставлю на хинетов, не знаю, надо не забыть посмотреть, что с ними будет. И выстраивает 13-й здесь уже и берберских воинов, стену этих ставит, стену копий. И копейщиками, посмотрите, как Патронус грамотно гонит от своих мечников андалузских застрельщиков. Здесь кавалерия потихоньку сливается. Кордовская. Здесь что у нас? Да, аварские конные лучники сольются здесь. Хашки стоят, но стоят они по делу. Они отстреливают остатки доспешной конницы. Очень опасный юнит. Два их было у 13-го. И завязывает, посмотрите, своими копейщиками, воинами племен, и копейщиками он завязывает два отряда берберских копейщиков и берберских новобранцев. Здесь знатные аварские мечи сломали копейщиков, все, что можно было. Отходят застрельщики андалузские. Не стреляют они, пытаются их отвести как можно быстрее. 13-й правильно делает.
Ну а здесь мы видим с вами, что да, вот берберские хинеты здесь остались. И еще одни копейщики здесь у аваров. Луки продолжают выстреливать. И знатные аварские мечники без стены щитов. Наши люди сломлены, они бегут. Ломятся, да, и вот здесь вот берберские воины идут на помощь своим копейщикам. Но перехватывает их здесь без стены. Да, они идут в стене копий. Но уровень защиты у них не тот, конечно, чем в знатных аварских мечниках. Даже без стены щитов уровень гораздо выше. И продолжают хашки стрелять. Чаржит в спину кордовские копья своими хашками. И да, очень здорово получилось. Хашки въехали в спину берберским новобранцам. А берберские хинеты, которые сзади, да, подтянулись, аварским конным лучникам въехали здесь. Но вот то, что и случилось. Образовался провал там на правом фланге 13-го, что позволило, в общем-то, аварам беспрепятственно продвигаться в тылах. Застрельщики. Что у нас застрельщики? 120 их, но отстрелялись они уже. 48, да? Ну, маловато, но если учитывать, что это знатные аварские мечники были убиты, в общем-то, не так уж и плохо. Ну и разбирает здесь уже, поскольку здесь ближний бой, а состав мы с вами видели, по сути, рашевый, был взят за аваров. Этих четырех мечников убить копейщиками, ну, практически невозможно. И вот они, эти берберские хинеты, молодцы какие. А там выжили, здесь выжили. Ну, какой шустрый отряд. Но выстраивает своих копейщиков здесь патроны. Все, он, конечно, не позволит уже этим хинетам помотать себе нервы. Но если только отдаст он хашек за них, чтобы уже быть спокойным за тылы. Ну, по-моему, исход боя тут есть. Но вот мастера, воины племен продолжают обстреливать здесь берберских новобранцев. Здесь очень интересные чаршами яды разбирают копейщиков сходу прямо. Причем не теряют ни одного вообще конника. Отличный чарш. Ну и здесь, да, хинетов ловят. Толпой на них все, что только можно, бросает здесь Патронус. Понимает он уже, что вопрос времени только. Поэтому давайте ускоримся. Отличный раз за аваров. Здесь амияды чарджат знатных аварских мечников. И опять очень удачно. Посмотрите, опять амияды. Какой опасный отряд. Не теряет ни одного, но догоняют его. Хашки здесь только для того, чтобы остановить. Вот только для того, чтобы остановить. И чтобы этим воины племен успели пострелять по этой конной гвардии. Да, жуткий, конечно, отряд, это амиядская конная гвардия. Посмотрите, 15 теряет, 200 уже наколотил и все еще живой. Ну что ж, отличный бой, прекрасный раш в исполнении Патронуса. Наши люди сломлены, они бегут. Причем, обратите внимание, оба не потеряли генералов своих в этом бою. Ну, комментарий тут излишний по поводу, вот, какие юниты, что и как сыграли. Я думаю, всем все понятно, тут все видно. Good game. 1-0 счет после этого боя в поединке стал в пользу Патронуса. Спасибо за внимание.